Привет, ребята! В этом видео вы увидите, как можно слепить снегурочку. Вилли слепит обычную снегурочку, а я слеплю в стиле лол, так как сейчас эти куколки очень популярны. Друзья, привет! Сегодня лепим снегурочку. Вот такая у меня получилась снегурочка. Если она вам нравится, ставьте лайк. Также не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И не забывайте, что в конце видео вас ждут приветики от меня. Друзья, в комментариях вы меня просили, чтобы я слепил куколку лол. Но так как скоро Новый год, я решил слепить снегурочку в стиле лол. Надеюсь, она вам понравится. Вот такие цвета пластилина я подготовил для лепки снегурочки. Сначала буду лепить голову, смешая белый пластилин и немного розового. Куколки лол отличаются от других куколок достаточно большой головой. Также голова не совсем обычной формы, она не круглая, а немножко вытянутая, похожая на овал. Далее при помощи инструмента намечу, где будут глазки и ротик. Кстати, носика у этих куколок совсем нет. Друзья, если вы знаете почему, обязательно напишите мне об этом в комментариях. Из желтого пластилина я скатал 5 вот таких шариков, из них я сделаю волосы для нашей лол снегурочки. Сначала возьму 2 шарика побольше и сплющу их, это будет задняя часть прически. У моей снегурочки будут 2 косички. Вот таким образом должно получиться. Из следующего шарика я сделаю челку. Сначала вылеплю вот такую вот форму, затем прилеплю ее к голове. Лишние части обрежу при помощи стека. Далее прорисую сами волосы. Из оставшихся 2 шариков желтого пластилина слепим 2 косички. Сначала скатаю 2 тонких колбаски, затем складываю их пополам и закручиваю.
теперь нашей Снегурочке я слеплю глазки. Хочу обратить ваше внимание, что зрачки у всех куколок Лол подняты вверх. Также сделаю ресницы и брови. Губки моей куколки Лол будут розового цвета. Голова нашей Снегурочки готова. Теперь я буду лепить туловище. Как и обычная Снегурочка, наша Снегурочка Лол будет одета в такую же шубку голубую с белым воротничком. Вот такая у меня получилась шубка для нашей Снегурочки Лол. Теперь я буду лепить ручки и ножки. Для этого я буду использовать пластилин розового цвета. Сначала слеплю ножки, раскатываю небольшую колбаску, разделяю ее пополам. Для того, чтобы ножки лучше держались, делаю под них углубление. Из синего пластилина слеплю маленькие сапожки. Ручки будут также розового цвета. Для того, чтобы более надежно прикрепить голову к туловищу, буду использовать зубочистку. На косичках сделаю синие бантики.
Также из синего пластилина слеплю кокошник на голову. Кокошник можно украсить по-разному, и я сделаю вот таким вот образом. Итак, ребята, вот такая у меня получилась снегурочка в стиле LOL. Надеюсь, она вам понравилась. Напишите в комментариях, какая из снегурочек вам понравилась больше. Ну а сейчас мой котик Вилли будет передавать приветы. Напоминаю, для того, чтобы получить привет, в комментариях нужно написать «хочу привет» и поделиться этим видео со своими друзьями. Из всех комментариев будут выбраны 10, и в следующем видео Вилли передаст вам привет. Спасибо вам за все комментарии, которые вы оставляете под нашими видео. А сегодня приветы получают Аяна Кас, Ира Костишина, Наталья Серенкова, Фанат Игр, Настена Лайф, Милана Синегубова, Анастасия Милованова, Анастасия Романова, Слайден Бокс и Валерия Абрамян. Передаю вам всем огромный привет. Я вас очень всех люблю. Огромное всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и также подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!